рамках программы «Рухани Жангару» мы хотим познакомить с одним из сакральных мест города Степногорска. Взятый нами проект «Кележи Степногорск» Коне Заманнам Бунгедейн, где изучается история жизни личности, внесшей вклад в развитие и становление края, мецената, спонсора своего времени Сагнайуло Нурмагомбета. А также ведутся научно-исследовательские работы по топонимике региона. В 1998 году проходили археологические раскопки под руководством Кемаля Акишева. Найденные там экспонаты датируются 3-5 веками. Городу имя Степногорск дала сама степь, которая окружает его со всех сторон и привлекает своими тайнами и легендами.